два. Я еще пока помню про цифры. Но там где-то дальше я могу забывать. Не забывайте, что вы мои подсказки. Хорошо? Вы, походу, уснули заново, я смотрю. Фу, такие мы быть. Итак, это у нас прекрасная дева. Воин. Эвоин. Была племянница короля Теодена. Вы знаете, откуда это? Я думаю, вы сразу должны догадаться, откуда это Теоден. Что это за... Властелин колец! Кто громче скажет? Властелин колец! Правильно, это Властелин колец. Она переоделась в мужчину и ушла на войну. Сразилась и победила короля-чародея, сильнейшего Назгула. Итак, встречайте. Аурелия Люцикс, Киров, Эвуи.